Владельцы этого имени обожают комфорт, доводя его иногда до идеального совершенства. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. «В» значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Нерешительность, некоторая неуклюжесть и беспомощность, чрезмерное желание ухаживать за другими людьми. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. К своей работе они относятся ответственно и серьезно. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.